И, собственно, всем привет, ребят, с вами, кстати, Клаус, и сегодня хотел бы записать новенький краш. Ребят, сегодня я нашел сервака так называемого... Ярика Лапы. Понятное дело, что это фейковый сервак, он пиарился в комментиках, в различных группах, у меня на страничке в том числе он пиарился. И из-за этого сейчас мы будем, ребят, его крашить. Еще раз повторяюсь, не ведитесь на подобные фейки, потому что это не настоящий сервак, это фейковый, и есть вероятность того, что они кидают на донат. Точно я вот этого сказать не могу, но вероятность всегда имеется, потому что люди утверждали, что это типа фейковый сервак. Там. В общем, слушайте меня. Они пиарились, якобы это Ярик Лапа, вот. Так что как-то так. Я потом посмотрел, зашел на канал Ярика Лапы и узнал, что у него вообще абсолютно другой сервак, у него там свой лаунчер. Так что как-то так, вот и сейчас мы с вами будем крашить его. Так, Ярик Лапа. Так, подождите, давайте вначале себе опки дадим на левый никнейм, да, если он нас забанит. Майнкрафт. Чего? Забанишь Ярик или он друг? В смысле мой друг? Да я с ним не дружу вроде бы. Клауш. UT1. В смысле? Эта команда не может быть запущена и сейчас используйте консоль. Блин, а просто опять смогу дать? Клауш UT. Фак, надо как-то по-быстрому тогда сделать. Давайте дадим бан. Ярик Лап. Мы забанили его. Так, надо дать как можно больше опок себе. Клауш UT1. Да боже мой, я не могу дать опку себе. Офигенно, офигенно. Окей. Пекс юзер. Клауш UT1. Пекс. Фуф. Ладно, короче, потом тогда сделаем, пока что никто не заходит. Фуф. Так, ребятки, давайте возьмем кирку, возьмем топорик, потому что это все надо сделать по-быстрому, потому что админ может сейчас в любой момент зайти, разбаниться через консоль, еще и забанить меня. Я очень долго, ребят, искал вот такие вот серваки, которые можно крашнуть, где вот админ согласится вот сам лично дать мне опку. Так что как-то так, я надеюсь, что вы поставите лайкосик этому видеоролику, потому что я стараюсь только для вас, чтобы серваков в майне, где кидают людей, было как можно меньше. Так, сейчас напишем лимит. Лимит минус один. Все, лимит минус один, ребятки. И давайте, наверное, начнем где-нибудь с отдаленной местности. Так, бебер. Окей, на тебе ГМ1. ГМ1, бебер. Потом, кто там, дашь, пожалуйста... Андже тоже на тебе ГМ1. Я вам боюсь, ребятки, опку давать. И я вообще опку даже не могу дать. Потому что только через консоль можно ее давать, насколько я понял. Даже сам себе не смог дать. Так что на тебе креатив. Лагерфит тоже на тебе ГМ1. Меня туда же люди уже узнали. Поняли, что да как. Ой, все, сейчас будет ГГ, мне кажется, серваку. Так, ве... Адхер. Визерсан. Визер Клиар. Чтобы было удобнее крашить. Так, все. Сейчас у нас дождя нету, ребятки. И можно это все дело ломать. Хотя вот тут нам незачем ломать. Тут мы можем, знаете, что сделать? Тут мы с вами можем сделать такую шнягу. Глядите. Вскапываем вот сюда вот вниз. Берем отсюда блок. И подлетаем куда-нибудь подальше. Я надеюсь, он сразу же не крашится, потому что у меня как бы планов на него много. Что можно с ним поделать? Там киркой поломать. Сетлава. Так, нет, все, все нормально. Прописываем save. Команду save all. Все, мир сохранен, чтобы админы уже восстановить спавн, который он был раньше. О, люди пишут, о, все, пошло дело. Да, ребятки, все дело пошло. Ой, вместе ломать через сферу ПЖ. Сфера. Тут нету такой команды, она запрещена, понимаешь? Тут многие команды запрещены, потому что админ боялся, что его будут крашить, но... но вот получилось вот так вот, что он мне сам дал опку, и поэтому мы его сейчас крашним. Так, он никуда не заходит, в консоли ничего не писалось, да? Все нормально, все без проблем. Фух. Серьезно, я очень боюсь, что он сейчас через консоль разбанит сам себя, да, или вот меня забанит. Ну, что-то он пока что ничего, никаких мер не предпринимает. Надо как можно чаще писать safe all, чтобы мы могли нанести сервагу как можно больше ущерба, так сказать. Чтобы он понял, что так делать не надо. И чтобы больше не пиарился вот в комментах под таким предлогом, что якобы это сервак Ярика Лапы. Вот, блин. Чё он делал, не понимаю. Он... Вот глядите, насколько я понимаю, он чисто писал типа сервак Ярика Лапы и сам зашел с ника Ярика Лапы. Ну да, ну да. Логично, логично. Вот, тут подписчики мои заходят. Я в группу во ВКонтакте постанул запись, что я сейчас буду крашить сервачок вот этот.
Так что как-то вот так вот. Давайте, ребята, это все ломаем. Кстати, если вы, ребята, еще не подписаны на мой канал, то можете подписаться на него. Мы тут творим правосудие над серваками всякими в майне. И если вас где-то кинули, тогда можете написать мне в личку во ВКонтакте. Я посмотрю, если получится, тогда я его крашну и постараюсь вам отдать этот донат через Пекс. Но тут, по-моему, никого еще не кидали. Я не знаю, ребят. У меня информации не было, я только знаю, что они пиарились в комментах вот таким вот образом. Ну, все возможно, все возможно. Ну, пока что давайте, ребят, все ломаем это дело. Также я хочу вас попросить написать в комментариях, одобряете ли вы вот это, то есть... Нравится ли вам, что я вот крашу такие вот серваки, вот которые пиарятся вот так вот, выдают себя за нормальных пацанчиков, то есть Ярик Лапа, мне вот лично нравятся его видеоролики, если вам тоже нравятся его видеоролики, тогда поставьте лайк этому видосу, чтобы мы узнали, сколько нас таких. Ну и также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, я вам буду очень благодарен, на моем это канале выходят интересные видеоролики, так что можете зайти и посмотреть их, если вы еще на меня не подписаны и не видели моих видосиков. Так что вот как-то так вот. Еще пиарился сервак этого, как вот там, Супер Евгехи, но я его трогать не стал. Потому что я его побоялся трогать, потому что на нем онлайн 400 человек, и мне кажется, админ бы вообще не согласился бы. не стал, точнее, бы мне опку давать и мои плагины устанавливать. Так что как-то вот так вот все это дело ломаем. Дай опыль ГМ. Так, ГМ1. Лови ГМ-ку. А мы с вами все тут дело ломаем. Так, давайте вот еще лавой позаливаем тут немного. Кто там, Стивчик? Дай, оп, я тебе помогу. Так, ГМ1 Стивчик. Блин, пацаны, извините, но опку я дать не могу. Потому что вы сами видели, что такая команда на серваке запрещена. Вот видите, как админ переживал, что его взломает, но в итоге так и произошло. Ребят, не флудите, пожалуйста, вот в общий чат. Дай всем ГМ. Потому что как-то опасно. Ну, вроде бы никаких еще банов не было таких. Очень боюсь, что зайдет админ и всех забанит нафиг. И отнимет у меня опку. Так, сейф, ал. Мир сохранен. Потом, что можно сделать? О, а что это такое? Люди мне помогают, типа, крашить? Нет, у них получается? Или что? Или я не понимаю. Что тут можно еще сделать? Мы с вами спавн не до конца как бы доломали. Что-то у меня бандикам сейчас вылез, я надеюсь... Со съемкой все нормально. Серьезно, я не знаю, что происходит. Что-то у меня сейчас вылез бандикам. Вроде бы все нормально. Повода для переживания нету. Вот. Также, ребят, недавно началась школа. Ну, как недавно, уже практически месяц назад она началась. И мне вот интересно, как вы учитесь. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, на какие же оценки вы учитесь. Вот я учусь. Ну, как сказать, как я учусь. У меня есть и пятерки, есть и четверки, есть и тройки, как бы. Ну, все логично. Я учусь, если что, в 9 классе. Я немного запустил в 8 классе учебу, и из-за этого мне сейчас учиться сложнее, чем другим, которые в 8 классе учились. Потому что в основном мы сейчас проходим повторение 8 класса, и вот как-то вот так вот. А я там практически не учился и ничего не знаю. И поэтому мне сейчас вообще очень жестко сложно. Так что, ребят, если вы еще не в 9 классе, если вы там еще в 6, там, не знаю, в 5 классе, я вам советую, учитесь. Никого не слушайте. Самое главное, учитесь. Получайте знания, потому что в будущем вам это все пригодится. Придется вам сдавать ОГЭ, там, потом ЕГЭ. В общем, очень сложно. Очень сложно, ребят. Сейфал. Сейфал. MC.Arseniy. Что? Ну, давайте дадим ему оп, ГМ1. Ой, оп. А что, сразу двоим дала? Далась. ГМ-ка, типа. На тебе тоже, чувачок. Чувачок, пачан. Креатив. Ребят, я могу только креатив раздавать. Вот мне опку самому дали вот через консоль. Также ее могут забрать через консоль. Так что надо все это делать как можно быстрее. Я предлагаю спавну вот так вот просто лавой окружить, чтобы админ вот выйти никак вообще абсолютно отсюда не смог. Так, ну для этого нам нужны блоки. Нам нужны блоки, так что давайте немного построимся. Так, все, мы с вами построились. Начиная вот отсюда, да, и заканчивая. Предлагаю спид там 5 сделать, чтобы быстрее летать. И заканчивая где-нибудь вот тут вот, мы с вами сетнем. Сделаем сет лава. Сет лава, точнее. Сет лава. И как раз таки еще заодно напишем сейф ал. Все, мир сохранен.
Прикиньте реакцию админа, когда он зайдет на сервак, и тут вот такая вот дичь. Но зато в следующий раз он будет знать, что подобного способа пиар-сервака, то есть обманом людей, он ничего не добьется. Так что как-то вот так. Нифига себе, тут какая библиотека, жесть. Стол зачарования. Ну, прикольный, кстати, спавн. Не понравилось. Понравился. Можно было его даже скачать, но, блин, что-то я не успел. Фак, обидно даже как-то. Не подумал, надо было его скачать на всякий случай. Ладно, пофигу. Все равно этот сервак нечестным трудом зарабатывает онлайн, получает онлайн, то есть. И вот как-то так вот. Ох, как тут все красиво. Ребят, дома у людей других я ломать не буду, потому что люди тут ни при чем, пускай у них дома остаются. Я ломаю только спавн, потому что как бы админ строил вот этот сам, как я понимаю, да? Спавн сам строил. И вот ему будет такая заморочка. А люди, считайте, тут ни в чем не виноваты. Они просто поддались на, как сказать, на искушение, что ли. Я не знаю, как это правильно, ребят, объяснить. Просто подумали, что типа, о, сервак Ярика Лапы, круто, типа, зайду поиграю на нем. Вот, и построили себе домик. И что, я из-за этого сейчас им буду, что ли, дома сносить? Нет, ребят, я не такой. Я обычных людей трогать не буду. Я трогаю только вот спавн этого админа. Так, что тут? Save all, не забываем прописывать. Save all. Предлагаю сейчас, знаете, что? Предлагаю воду вот заспавнить. А, тут и так вода есть. Ну, можно, знаете, откуда? Вот начиная вот, допустим, отсюда вода, и заканчивая, заканчивая где-нибудь вот тут вот, set, вот, вроде бы так вода пишется. И чё? Где она? Ой, да-да-да-да-да, вот вода. Ой, подлагивать начало подлагивать жёстко. Тут еще булыжник появляется. Так, пишем опять save all. All. А, ясно, я два слэша написал. Ну, бывает, ребят, бывает. С каждым бывает. Жалко, что я опку не могу выдавать, так бы я сейчас всем подписчикам бы дал опку. В общем-то, как-то и так вот, глядите, что с ихним спавном уже случилось. Предлагаю сейчас еще немного его доломать. А, можно, знаете, что, тут есть команда сыв? Нету, да? Так, стоп, а вот так вот, сыв. Неизвестная команда. А что я 3 слэша поставил? Нормально бывает. Вообще, все равно неизвестная команда, окей. Давайте дадим ГМ1 Ангелине. Лови гейм-мод, потом тебе дадим ГМ1, чтобы мои подписчики тоже в дальнейшем могли тут, ну как сказать, могли прикалываться над этим админом. Считайте, админ такой заходит, тут даже клан создали, Клауш ВТ назвали. Админ такой заходит, а тут у всех креативки типа, what the fuck происходит, и спавн такой весь в говнище. Извините, ребят, что я использую, конечно, такой сленг, просто я на взводе, мне реально вот это немного подбесило, что вот выдает этот сервак себя за сервак Ярика Лапы. Так что как-то вот так вот. Ну что ж, прописываем еще раз save all. Ясно, save all. Предлагаю вот сейчас спавн еще абсолютно вот лавой полностью окружить. И уже крашнуть сам сервак. То есть залить все лавой. Или же просто можно стопнуть его. Посмотрим. Так, отсюда вот, да, допустим, сет лава. И потом отсюда и летим до сюда. И, ребят, тут у нас тоже будет сет лава. Ну что ж, спавн сервачка. Ой, я ж сверху указал. Боже мой, что я делаю. Надо нам прикопаться вот сюда куда-нибудь. О, тут такая пещерка еще. Вот давайте вот тут напишем сет лаву. Сет лава. Кстати, очень странно, что меня до сих пор еще не забанили. Я серьезно, я думал, типа, сейчас начну вот крашить, и меня сразу же абсолютно забанят. Так, сейф. Сейф. Ал. Все, мы со всех сторон окружили, да, лавой? Да, со всех сторон окружили. Офигеть. Так, и сейчас давайте вот сам спавн крашнем. Ну так, еще раз напишем сейф ал на всякий случай. Ал. Так, этот пацан вроде бы еще не заходит. А че, а где он вообще? Я не понимаю. Я бы на его месте уже давным-давно бы или сервак сам стопнул, да? Или бы забанил вот меня. Так, пока что давайте тут построим такой небольшой столбик, чтобы можно было отметить. Через экспанд я ломать не хочу, потому что, как мне кажется, это не очень интересно вам будет смотреть на это. Если что, экспанд — это такая команда, которая выделяет вот определенную область, и там уже можно сетать и все писать. Все, давайте до конца с этим спавн пишем сет. Сет. Лава.
Так, написали. Надо подлететь повыше. По-моему, сервак все крашнулся. Напишем еще заодно save all. И чё? Ой, все в лаве. Офигеть. Какая же будет реакция у админа, мне интересно. Заходит такое, весь спавн в лаве такой. What the fuck? Ну, зато все заслужено. Ребят, вы знаете мои правила, я просто так никого не трогаю. Так что, как-то вот так вот. До конца уже тут доломаю, в принципе. Остались такие. О, тут портал в ад, серьезно. Ну его уже нету, собственно, чё. Пофигу. Так, это шахта, да. Сейф. Сейф ал. А спавн моб я могу писать, типа... Спавн. Спавн моб. Да, походу я могу. Спавн моб, допустим, эндер драгон. Нет, не могу, да? Ну-ка, а корову там, допустим, или свинью, ков. Один ков заспавнилось. Ну что-то нет, нифига не спавнится, по-моему, тоже зафикшен, насколько я понял, да? Да, походу, зафикшен это все дело. Спавн моб эндер дракон. По-моему, эндер драгон. По-моему, все правильно написал, но что-то нифига не получается. А, ну окей, чё. А иссушителя сами сможем построить или нет, мне интересно. Песок душ. Если сможем, тогда будет вообще все прикольно. Так, песок. Вот песок душ. И голова. Голова. Ясно. Где у нас головы лежат? Ребят, сейчас все сделаем. Надо нам с вами поставить вот череп, скелета иссушителя. Интересно, сможем или нет построить мы с вами иссушителя, чтобы он летал тут все просто разбамбливал. Оп, оп, оп. Нет, нифига не получается. На серваке это пофикшено. Ну, ясно, в принципе, сейчас это везде пофикшено. Нигде ничего не найти такого. Это типа грань спавна? В смысле, а как наружу-то выходить? Вы чё? Боже мой, что это такое вообще? Нормально? Нет? Не, ну бывает, ничего не скажешь. Тут такое на спавне у нас извержение. Ой, это что за дырка? А, это вода. Все, я вспомнил. Это у нас вода. Вот, в принципе, ребят, как-то так вот. От спавна ничего практически не осталось. Еще раз напишем. У нас сейф. Ал, и предлагаю сервак просто стопнуть. Когда, чтобы для админа был такой небольшой сюрпризик. Представь себе. Вот заходит он такой, да, сервак стопнут. Такой, типа, думает, ну окей, что-то сервак перенагрузился, сам стопнулся. Такой... Включает его, заходит, а тут везде чисто лавы. Такой, what the fuck? И вот такая неудача у него будет. Так, дома ничьи мы с вами не тронули, потому что люди ни в чем не виноваты. Тронули только спавн. Так что как-то вот так вот. Сейчас нам надо с вами выбраться наружу. Все, выбрались наружу. И как бы на этом, мне кажется, все. Так, Никитос, ты что, обнаглел, что ли? Син. Я могу эту команду писать? 8 Никитос. Ребят, вот его IP, дудости его. Ладно, шутка. Так, Никитос, да ты заколебал. Вначале он меня обзывал. Экс-юзер. Так, бан, Никитос. Боже мой. Я могу ведь банить? Да, я могу банить. Вначале обзывал, потом еще просит, чтобы я ему опку дал. Ну, бывает с пацаном. Бывают всякие проблемы. Ну, в общем-то, да, и все. Еще раз, последний раз прописываем сейф-файл. И стопаем сервак. Ребят. А, не можем стопнуть. Офигеть, как жестко. Майнкрафт. А, стоп, вот этого я не ждал. Ну-ка, Essentials. Essentials есть, да, насколько я понимаю? Essentials. А тут можно это стоп написать через Essentials или нет? По-моему, нельзя. Sentials. Так, стоп. Нет, не могу все равно написать. Ребят, ну значит, придется нам с вами выделять какую-то вот точку. Вот, допустим, построим тут повыше где-нибудь. Сейчас вы все сами увидите, как я хочу сделать. Так, начиная отсюда, да? И сейчас летим просто далеко. Так, спид 10 сделаем себе. Ну, это скорость, если что. Все, улетаем куда-нибудь подальше. Ой, это что? А, это вода такая, ясно. Что-то не спавн еще в какой-то точке поставили. Бывает. Отлетим куда-нибудь подальше, допустим. Вот. Ой, елки. Нет, еще надо, мне кажется, подальше. И вниз надо копать. Короче, копаем вниз, чтобы сервак точно крашнулся. Так, джиттер кликаю.
Все, выделяем эту точку и пишем set lava. И, ребят, все, ну, как мне кажется, это уже GG серверу. Сервер отжил свое. Так что как-то вот так вот. Я надеюсь, что вы поставили... А где мой скин, собственно, я не понял. А, вот все, мой скин появился. Нет, тут даже моего скина нету. Понимаете, мы его как крашнули, что даже сейчас скины не показываются. Бывает. Ребят, ну я надеюсь, что вы поставите лайк этому видеоролику. Если же вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь на него, пожалуйста. Я вам буду за это очень благодарен. И еще раз вас прошу, не ведитесь на такие подобные фейки. Ну, а с вами был, кстати, Клаус. Всем удачи и всем пока. Ну, я сейчас пока дождусь. Короче, пока сервак стопнется, поставлю на паузу и покажу вам. А, ребят, в общем-то и все. Сервак наш с вами офнулся. Мы его с вами спокойно крашнули. Кстати, с момента вот, пока я нажал на паузу, прошло где-то секунд 20. То есть немного я не дождался, пока он офнится. Так что как-то вот так вот. Еще раз всем удачи и всем пока.